Жми на колокольчик и на подписку на канал, чтобы не пропускать новые серии. Кто у нас тут? Че, ребят, как у вас дела? Эй! У нас все хорошо, а ты как? Я очень рада с вами познакомиться. А где то, о чем мы говорили? Я рад, что ты спросил. Представляем. Ща вот тут поправь. Мы подумали, что на рынке есть дыра, и вы можете ее заполнить. Подила, подилда. Я поди. Поди. Да, поди. Поди. Это оно? Пойдем дальше. Хорошо. Да. Ну и... О, что это? Да. Представляем? Продукт. Продукт. Эксклюзивно от вас. Максимально точный и реальный по размеру подилдо. Люди будут видеть меня и говорить. Вот это большой мальчик, большой мальчик. Предзаказ составит 150 тысяч экземпляров. Хорошо, я думаю, этого хватит. У нее очень крепкое рукопожатие, крепкий мужик. Как дела у вас? Это оно? Теперь у нас 150 тысяч подилды лежат на складе. Охеренно. Я могу ее открыть? О, мой бог, я очень хочу на это посмотреть. Окей, вы хотите посмотреть на это? Я бы очень хотел посмотреть. Эй, ребят, привет. Сегодня я буду делать распаковку подилда. Всем подилда хватит, потому что вы просили меня. Пожалуйста, дай мне подилда. Его хорошо упаковали. Реальный размер. Это он. О, мой бог. Вы только посмотрите на него. Че ты смеешься, Сэм? Это реально настоящий размер. Да. Не-не-не-не-не, тут 7. Видишь, там 7. Там 7. 7 чего? 7. 7 сантиметров. 7... Может, там какая-то ошибка произошла? Нет, это 100% реальный размер, который... Наверное, вы, ребят, где-то ошиблись, и нет, мы сможем уловить... Нет, у нас ребят, нет никакой ошибки. Он не похож, нет, потому он что выглядит меня... именно так. Нет, не так. Еще 15 минут назад ты говорил, что все правильно. Он маленький. Тебе придется это не продавать. Не похож, он маленький. Мы можем предложить этот как товар для затычки бутылки вина. Неплохо. Так, нет, я не буду в этом участвовать, окей? Простите, ребят. Простите. Это какая-то проблема на вашем заводе. Это проблема и... с твоим заводом. Почему все продолжают смеяться? Тебе надо продать 150 тысяч подилд. Или же ты можешь вернуть нам 300 тысяч долларов, которые мы потратили на производство. Все так. Перевод и озвучка виски.